Всем огромный-огромный привет! Сегодня готовим очень вкусные куриные ножки. Куриные ножки хорошо мою, отрезаю все ненужное. Теперь закидываю их в кипящую воду и отвариваю 20 минут. Куриные ножки проварились 20 минут, теперь я их немножко охлаждаю. Пока охлаждаются куриные ножки, приготовим маринад. Беру пару столовых ложек сметаны. Добавляю 1 столовую ложку соевого соуса. Немного адыгейской соли. Сухой аджики или приправы для курицы. И свежий чеснок. Тру его на терке. Чеснок берите по вкусу. Все хорошо перемешиваю и маринад готов. Остывшие куриные ножки перекладываю в какую-нибудь глубокую емкость. И добавляю сюда приготовленный маринад. Ножки хорошо перемешиваю с маринадом. И оставляю минут на 20. Запекать ножки в духовке я буду в панировке. Для этого беру жаропрочную форму. Добавляю сюда совсем немного подсолнечного масла. Прям совсем чуть-чуть, чтобы покрыть только дно формы. Распределяю его. И в любую глубокую емкость добавляю домашние панировочные сухари. Куриные ножки обваливаю в сухарях. Вот так прям хорошо прижимаю. И выкладываю в подготовленную форму. Немножко сверху можно сбрызнуть маслом. Прям совсем чуть-чуть. Либо положить кусочек сливочного масла. И отправляю в духовку примерно где-то 30-40 минут. 180 градусов. Смотрите по своей духовке. Возможно, 25-30 минут даже будет достаточно. Ну и вот такие куриные ножки получаются. Хрустящая корочка сверху. Слышите? И сочное мясо внутри. Пробуйте обязательно, готовьте. Я думаю, вам понравится. Сейчас покажу вам, как получилось внутри. Посмотрите, какое сочное мясо. Я думаю, вам понравится приготовленное мясо по этому рецепту. И вы еще не раз его приготовите. Кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!